Андрей Уйба свой инструмент домру из рук выпускает все реже. Мелодию нужно сыграть не просто без ошибки, а идеально. Но юный музыкант уверен, все у него получится. Я очень буду стараться, чтобы обрадовать своих родных, особенно мою бабушку, потому что у нее сегодня день рождения. Вместе с воспитанницами вокальной группы Андрей мечтает попасть на сцену всероссийского конкурса «Синяя птица». Сейчас по всей стране идут отборочные туры. К выступлению на большой сцене готовится и Виктория Сипигина. В свои 15 она лауреат нескольких музыкальных конкурсов, но на таком уровне еще не выступала. На конкурсе такого уровня я участвую впервые. Вот. Волнение, конечно, есть, оно всегда присутствует. Опыт выступления у меня есть. Вот в этом году я на районном конкурсе «Синяя птица» стала обладателем гран-при, самая высшая награда. Также мы с нашим ансамблем летали в Санкт-Петербург. Свою синюю птицу попытается поймать и Анастасия Сафонова. Девочка – одна из лучших учениц в школе. Не раз становилась лауреатом и победителем региональных конкурсов. В моей копилке есть несколько наград. В прошлом году мы ездили на многие мероприятия, но в этом году мы были на конкурсе вокально-инструментальной музыки Академии и «Голос юности». Я думаю, что они достойно представят нашу республику и наш город. Конечно, очень хочется пройти, но уж как получится. Я думаю, что нам нужно пожелать им удачи. Для участия в проекте «Синяя птица» в столицу пригласят только 40 ребят со всей страны. Музыкальные руководители и родители уверены, что юные таланты из Мирного не останутся незамеченными. Августа Степанова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».